Судя по выписке из вашего дела, вы крайне одаренный юноша. Официальный выбор Санденс и Берлинского кинофестиваля. В вашей семье вы первый, кто поступил в колледж. Вы удостоены стипендии от синагоги. Но в графе «Религиозные предпочтения» вы не написали «иудаизм», хотя вы родом из иудейской семьи. Я бы хотел знать, почему. У меня нет предпочтений в том, что касается религии. Молитву я считаю процессом абсурдным. Неужели? По мотивам бестселлера Филиппа Рота. Как бы то ни было, мы с вами собрались не за этим. Вы общаетесь с другими студентами? Разумеется, сэр. А на свидание вы ходите? Свидание? Свидание. Да. Да, я ходил. Один раз. Всего один? От продюсера «Горбатой горы» и сценариста «Ледяного ветра». Расскажи мне о своей матери. И о отце мяснике, и каково это работать в мясной лавке, и какие в Нью-Йорке девушки. Расслабься. Поверь, я стараюсь. История об утраченной любви и невинности. Что меня беспокоит, так это душевное здоровье Оливии Хаттон, особенно учитывая обстоятельства. Зачем ты стоял под моими окнами? Потому что должен был удостовериться, что с тобой все хорошо. Уважительная и тонкая экранизация. Она слабая. Настолько нестабильный человек – угроза для твоего будущего. Блестящая игра Логана Лермана. Боюсь, случилось нечто страшное. И боюсь, что в этом виноват я. Пример истинного мастерства. И что же вы, по-вашему, сделали? Возмущение. Автор сценария и режиссер Джеймс Шеймус.